Всем привет. У нас внучки уже выросли, и ходунки уже не нужны. Выбрасывать их жалко. Я решил сделать что-нибудь из этих ходунков. А что я сделаю? Да это элементарно, ребята. Это можно сделать походный стол для пикника на выезд на природу. Места в машине много не займет. Как это будет выглядеть? Я вам сейчас покажу. Единственное, что я убрал отсюда, это вот не колесики. Ну, при желании можете оставить их. Убираются нелегко. Вот. И в качестве столешницы я взял вот такой кусок ОСБшки. Сейчас я его прикручу, и стол будет готов. Можно будет потом покрасить, лаком покрыть, но это уже по желанию. Сейчас я все это я сделаю и вам покажу, как он через... Берем шуруп, понял. Закручиваем. Берем еще один. Не поверите, закрутили. И еще. Закрутили. Еще один. Закрутили. И тут вот у меня еще есть шуруп. Вот тоже. Все, стол готов. Вот такой столик. Достарханчик. Высота немного, но вот вы видите, вот такой столик получился. Его можно брать на любой пикник. Он легко складывается. Вот так, так он выглядит в походном положении. Так он выглядит в походном положении. То есть места много в машине не занимает. Раскладывает буквально за несколько секунд. Пожалуйста, поставили его. И на природе можно уже готовить салатики, шашлыки, да и все что угодно. Ну что, палец вверх или как? Ну а пока, всем пока!